Мы возвращаемся в полуфинал, где команда Hornets и твой батя между собой будут бороться на ролл-оффе. А я напоминаю, ролл-офф каждый из участников команды выполняет по одному броску, и эти броски суммируются. Итак, первый бросок от Данилы, и он плохой. 5, всего лишь 5, шанс для команды Hornets. Что же, теперь Hornets будет выполнять бросок. Каждый бросок важен, потому что он единственный. Сносит все оставшиеся кегли. Машина. И Александр от команды Hornets будет выполнять свой первый единственный бросок в ролл-оффе. Смотрим. Александр запускает спокойненько и... Страйк, это 10! Ух, какое напряжение на Дениса. Денис следующим выполняет бросок. Команда твой батя. Если 4 или меньше, команда Hornets заочно проходит. Плохо, плохо, шар не попадает в центральную. И 5, 10, одна кегля от команды Hornets. Одна кегля, смотрим, как выполнит ее Никита. Сможет ли он сбить одну кеглю? Итак, Никита выполняет бросок. Шар летит. Ну, точно одна кегля есть. Даже 9, я вам скажу. Нет, 8. 10-18. В ролл-оффе побеждает команда Hornets и выходит в финал. Спасибо команде «Твой батя». Показали они отличный результат в первой игре. Во второй тоже неплохо сыграли, но это не хватило ребятам для выхода в финал. Спасибо, Данила и Денис. Ждем вас на следующих играх. А мы с вами встретимся в финале.